It is today around 11 o'clock in one of the settlements of the Borsky district of Nizhny Novgorod region. There was a detonation of an explosive device in an Audi Q7 in which Zakhar Prilepin was riding. As a result of the accident, the famous writer was wounded and his driver was killed. At present, Zakhar Prilepin is taken to a medical facility. Crime investigators from the Investigative Committee of Russia and explosive experts began to inspect the scene of the incident. Сегодня мы даже Захар и Сергей Михайлович торжественно вручаем ему партийный билет. Отойдите, уже нового образца. Не у всех такие есть, у меня, например, нет. Вот. Отойдите. Состояние, то есть не во время эпидемии. Сергей Валерьевич, Захар Прилепин. Захар, пожалуйста, расскажите, что сегодня для страны, для людей, это совершенно не... У меня вопрос к Захару. Простите, Захар. Вы так... Нетребко, он, безусловно, демонстрирует не только двойные стандарты европейской публики, части европейской публики и европейской, части европейской государственности, государственностей, но и такой откровенный цинизм вот этих господ, которые